Обновление записей в таблице происходит с помощью ключевого слова update. Мы указываем, какие именно поля и каким значением нужно указать. Данный запрос обновит полностью таблицу биллинг и установит для всех записей currency равное USD. Такой запрос не выглядит полезным и, скорее всего, разрушит некоторую историю платежей. Поэтому нам нужно указать также where, то есть указать, какие именно картежи нам нужно обновить. Попробуем обновить только что вставленные записи с помощью запроса, который мы выбираем. Просто скопируем отсюда условия. И выполним запрос. Валюта изменилась.